агрессивная, зажатая фантазерка. Умная, наглая и озабоченная. Останавливать время, что у меня остановилось, а у всех идет. О боже. Первое, что мне приходит в голову, это читать мысли других людей, но я бы предпочла путешествовать во времени. Всех участников команды «Дочери Сосо». Женю. Точно. Какой-то черный юмор о том, о чем вроде бы нельзя шутить. Талант. Не знаю. Длинные спектакли ненавижу. Правильность. В 19 веке в России. Да не, мне нравится здесь сейчас. Это классно. Вынимаю ребенка из кровати и кладу себе, чтобы пойти еще поспать. Лезу в телефон. Радость и уверенность. Жизнь. Моя жизнь. Тем, что я могу быть сама собой. Это очень комфортная человеческая зона и достаточно некомфортная профессиональная зона в плане каких-то проб, ошибок и свободы, которые существуют в творческом плане. Не знаю. Успеть. Я думаю, что через 10 лет проект «Дочери Сосо» не будет. Да, таким же офигенным и классным. Понимание. Любовь, понятное дело. Пфф.